Ребята, всем привет! Открывается новая у нас категория. Я буду для вас делать подборочки телефонов, потому что ежедневно я получаю кучу сообщений ВКонтакте, на электронную свою почту. Игорь, подскажи, какой телефон выбрать. Вот у меня есть столько-то денег, я не знаю, что мне и как определиться. Вот, я вас, ребят, понимаю, потому что когда вы заходите на AliExpress, выбираете категорию мобильные телефоны, в результате вы видите 267 157 телефонов. Это очень много. Из этих телефонов есть, которые не нужно вообще покупать, не стоят внимания вашего. Есть телефоны качественные, которые можно купить, и они проработают у вас не один год. Вот. Плейлист у нас Android рулит. В этом плейлисте будут выходить такие выпуски. И выпуски будут по различным категориям. По цене, конечно же. Вот. Что касается смартфонов, сегодня мы будем рассматривать телефоны в категории 90-120 долларов. Какие можно купить телефоны на май месяц 2014 года. Я бы сделал подборочку 10 телефонов, из которых вы можете уже выбирать себе любой. То есть, если вы купите один из этих телефонов, они должны у вас нормально проработать. Вот. А не просто выбрать любой телефон и потом посмотреть на него, уже как бы заплатить за него деньги, он вам приедет, будет очень плохого качества, поэтому нужно выбирать из того, что уже хотя бы понятно. Вот, я в этом вопросе чуть уже, так сказать, поплавал, поэтому буду вам рекомендовать. Давайте начинать. Будут такие ролики по смартфонам, будут по планшетам, то есть ждите, в ближайшее время все это будет. Все ссылки на уже проверенных продавцов, то есть вы смело можете покупать один из этих телефонов, которые я вам порекомендую. По этой ссылке вообще не вопрос, там отличные продавцы. Также не забывайте про backly.ru. Вы сможете сэкономить еще с AliExpress там 2-3% от суммы, от которой вы будете заказывать телефон. Если кто еще не ознакомился, вперед, ребят, то есть дополнительную скидку вы получите, можете там заказать себе чехол. Давайте начнем. Так, диапазон у нас 90-120 долларов сегодня, смартфоны, май месяц 2014 года. Первым у нас, что я нашел, что я вам рекомендую, это JU G2F. У меня этого телефона не было еще в обзоре, но обязательно, скорее всего, будет. Чем привлекает этот телефон? Разрешение дисплея 4,3 дюйма. У нас небольшой смартфончик. Цена, конечно, привлекает. Продавец хороший, цена. Можно купить белый за 103 доллара. Можно купить черный за 98 долларов. Что вы получаете за эти деньги? Хороший бренд. Очень хороший бренд. По характеристикам я вам скажу, что вы получаете. Это один из лучших, наверное, смартфонов в диапазоне 90-120 долларов, который действительно оправдывает свою стоимость и качество. Вы получаете 4-ядерный процессор MTK6582, работающий на частоте 1,3 ГГц, Cortex-A7. Вы получаете 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ флеш-накопитель. Самое интересное, вы за эти деньги получаете HD разрешение, вот, и получаете 2200 мА батарейку, хотя где пишут 2,50, где 2,200 по-разному. То есть батарейка тоже нормальная, для этого дисплея с головой хватит. По камерам у нас тоже все нормально, 8 мегапикселей задняя камера, и здесь непонятно, фронтальная, ну там все нормально. Вот смело один из телефонов, который вы можете приобретать. Вот он, JU G2F. По возможности закажу и протестирую его, конечно. Так, давайте дальше. Дальше у нас идет новый бренд Elephone P7 Mini. Тоже на 4-ядерном процессоре. Все телефоны, которые я выбрал сегодня, у них по конфигурации минимум 4-ядерные процессоры и минимум 1 ГБ оперативной памяти. Это те телефоны, которые на сегодняшний день актуальные, на которых пойдут все в основном приложения, потому что двухъядерники уже отошли, но по двухъядерникам у нас будет отдельное еще видео, я вам покажу, что можно выбрать там за 60-70 долларов. Вот. Что касается этого телефона, такой же процессор, как на JU 6582,
Цена у нас, акция идет, акционная цена, осталось 4 дня, поэтому если кого заинтересует, обратите внимание. 99.74, вот, есть у нас белый цвет, есть черный цвет, цена не меняется. Можете дополнительно карту памяти брать, но это уже отошло. Какой плюс в этом телефоне? Сейчас открою вам характеристики и расскажу, что вы получаете за эти деньги. Вы получаете, ребят, 4-ядерник. 1 гигабайт оперативной памяти, 4 гигабайта флеш-накопитель. Вы получаете 5 дюймов и IPS-матрицу. При этом разрешение 960 на 540. За эти деньги вы не получите HD-разрешение с 5-дюймовым телефоном. Поэтому 960 на 540 с IPS-матрицей тоже будет нормально смотреться. Батарейка у нас... батарейка 2500 мАч. Очень интересный телефон, тоже по возможности будет у меня в обзоре, так как вы знаете, что ситуация сейчас нестабильная, поэтому я не могу заказать, так бы уже с удовольствием бы для вас протестировал. GPS, OTG, ну все как всегда, при этом 5 дюймов за 99.74. Поехали дальше. Конечно же, как не упомянуть про Lenovo, один из топовых телефонов китайских. Это Lenovo у нас идет A760 на 4-ядерном процессоре. Куалкомовский процессор стоит MCM8225Q на 1,2 ГГц, 4,5 дюйма дисплей. У нас небольшое разрешение. Сейчас я вам по характеристикам все покажу, расскажу. У нас разрешение 854 на 480, IPS-матрица 4,5 дюйма, 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ флеш-накопитель. Так... Камера у нас задняя на 5 мегапикселей, ну там действительно реальных 5 мегапикселей. Даже те есть телефоны, у которых заявлено 8 мегапикселей, однозначно снимают так же, как этот телефон. И по батарейке у нас 2000 мАч, если я не ошибаюсь, здесь не указано. Но можете сами посмотреть. Да, 2000 мАч. Вот. На всех этих телефонах есть русский язык, хорошие продавцы, поэтому вы смело можете покупать. Можете купить черный. Белый дороже, $128, я не вижу смысла, можно купить черный и купить бампер за несколько долларов, белый, например, вот такого плана. Но если кто хочет, пожалуйста. Поехали дальше. Любители Zoppo, Zoppo ZP700, 4,7 дюйма, 4-ядерный процессор, IPS-матрица, 8 мегапикселей камера. Вот такой вот телефон вы можете купить в любом цвете, не в любом, доступно сейчас белый, синий, черный за $120 именно у хорошего продавца, которую я, в принципе, всегда покупаю. Что мы получаем за эти деньги? Единственный минус этого телефона – это батарейка на 1750 мАч. Так, сейчас я спущусь вниз. Вот. Получаем 4 ядра, 1 гигабайт оперативки. Собственно, все такие же у нас характеристики, как были у прежних телефонов. Разрешение 960 на 540, 4,7 дюйма, IPS-ка. Камера 8 мегапикселей, но батарейка 1750 мАч, поэтому где-то на день рассчитывайте. Но вот такой телефон существует и, в принципе, за свои деньги тоже должен быть неплох. Тоже по возможности когда-то голосовали в группе, но почему-то стал ребятам неинтересен, я его не заказывал, когда он только вышел. Поехали дальше, это Jack i95. 200W. Вот. Что касается этого бренда, несколько телефонов будет в сегодняшнем выпуске. Бренд раскрутился, вроде бы ставит нормальное железо, что-то с прошивочкой тоже делает, поэтому телефоны заслуживают внимания. За $95, так, белый и черный стоит $95, вы получаете 5-дюймовый телефон с четырьмя ядрами 6582, одним гигабайтом оперативной памяти, 4 гигабайта флеш-накопитель, все так же, как и прежний, единственное разрешение 854 на 480, но при этом батарейка 2800 мАч. Тоже интересный телефон, по возможности будет в обзоре, вот, обратите внимание. Но скопирован, конечно, дизайн Samsung Galaxy S4, если кто узнает, я думаю, видно. Вот такой вот аппаратик. Поехали дальше. Umi X1 Pro, цена $115, белый, черный.
4,7 дюйма IPS разрешение у нас HD, один тоже из лидеров в этом ценовом диапазоне, 1280 на 720, четырехъядерник. У нас ничего здесь сверхъестественного, неплохой телефон был уже у меня в тесте, я в Китае его тестировал, телефон за свои деньги просто отличный. Вот за $115 батарейка у нас там 2050 миллиампер, есть все абсолютно что нужно, поэтому тоже рекомендую. Дальше у нас звезда, так называемая. Много просили у меня сделать на обзор телефон, я его не успел просто заказать физически. Это W450, телефон четырехъядерник, 5-дюймовый, с 1 гигабайтом оперативной памяти. Там разрешение у него 960 на 540, нет, 854 на 480, 2000 батареи миллиампер. При этом у него цена 91,69. И есть выбор, конечно, цвета любой. Вроде пишут неплохой телефон, 8 мегапикселей камера. Поехали дальше. Это что были у нас маленькие телефоны, давайте переходить к крупным телефонам. Поехали. Kingdom N8000. Огромный телефон, 5,5 дюймов, с 4-ядерным процессором, 1 гигабайтом оперативной памяти и 4 гигабайта флеш-накопитель. Вот у нас аппарат, но это копия Note 2 вроде, 5,5 дюймов, Note 3 5,7 дюймов, Note 2. Вот такой вот телефон огромный вы получаете за 113, сейчас идет акция, 113,91. Есть у нас черный, есть белый телефон, а есть еще розовый. Вот для тех, кто любителей там почитать, посмотреть фильмы, YouTube и так далее, отличный вариант. Разрешение 960 на 540, батарейка у нас на 3400 мАч, тоже по возможности его закажу. И следующие несколько вариантов конкурентов этого телефона интересно было бы сравнить. Вот, ну цена, конечно, привлекательная. Дальше опять Jake N900W. Вот такой вот телефон, в принципе, он такой же, как и был предыдущий, 5,5 дюймов, только чуть, хотя чуть-чуть, тоже копия, такая копия под Samsung Note 2, по характеристикам, такие же абсолютно характеристики, ничего нового, батарейка 2000 только 800 миллиампер. Вот такой вот телефон вы можете купить за $97.84. Я просто в шоке от этих цен. Есть белый, есть черный. 5,5 дюймов. Телефон, который действительно будет у вас нормально работать, потому что разрешение невысокое и процессора и оперативки хватит. За $97.84, вот 4 дня акция. Так, и дальше у нас последний телефон на сегодня. Это Star N8000. Но я думаю, что этот телефон такой же, как и Kingston, вот этот Kingdom N8000, $113, этот стоит тоже $113, в принципе, тоже я ссылку скину, такие же характеристики, только вроде еще и жесты есть, вот такие вот аппараты можно сейчас купить за $113, да, ребят, время меняется, уже восьмиядерники, поэтому про восьмиядерники я вам тоже, конечно же, расскажу. Вот, вот такая вот подборочка сегодня, 10 телефонов, все ссылки будут в описании, переходите, те, кто новички, ни разу не покупал, можете смело покупать по этим ссылкам, продавцы все выбраны суперские, которые не занимаются обманом и пришлют вам хороший телефон с хорошей прошивкой и с быстрой доставкой. Вот я смотрю, в основном все телефоны отсылают почта Сингапура, последний раз почта Сингапура я получил в город Донецк, Украина, за 15 дней. Вот такие вот дела, ребят, не теряйтесь, выбирайте себе аппараты, диапазон $90-$120. Всем спасибо, ждем очередных выпусков, еще я буду классные для вас делать буду подборочки, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребят, Китай рулит, всем пока.